Друзья, всем привет! Сегодня смотрите, какая погодка. Время 10 утра, все такое серое. Здесь у нас стоит вода. Двое суток шли дожди. Ну, собственно, я сегодня вышла обрезать тис ягодный. Тис ягодный, вот это вот деревце я в прошлом году обрезала. Ему 2 года, как мы посадили. Мы посадили 2 года назад. В 2019 году осенью. Вот за 2 года вот этот вот не обрезали. Смотрите, что с ним стало. Такой он страшненький. Вытянулся. Вот. А вот этот обрезали. И он более-менее такой, как бы сказать, ну, хоть кустистый. И вот этот я сейчас обрежу чуть-чуть. Ну, чуть-чуть совсем так, чтобы он был раскущался. А вот этот обрежу посильней. Смотрите, как вырос. В общем, некрасивый. Не знаю, даже, может быть, вот так вот обрежу. Или вообще ниже обрезать. Вот это точно однозначно вот по это место обрежу. Вот так вот я обрезала прям кардинально. Друзья, ему вот 2 года, этикетка до сих пор висит. Уже это надо бы оборвать. Вот это вот. Вот так еще обрежу. Прям, как говорится, немножечко. Вот, сразу стало аккуратно, не то, что были палки. Ну, с этим гораздо проще. С этим гораздо проще. О, Никс, не мешай. Вот это вот, видите, он здесь дает боковые веточки. Чисто сделаю прищипочку. Здесь вот так вот дает. Вот здесь вот так дает. По те места, где он дает у нас боковые. Пусть он сильнее раскущается. Прищипку чисто делаю такую. Вот. Ну и все. Вот и все. Вот и все. И сильно его обрезать не буду. Никаких лишних веток нет. Так, вот здесь вот надо вот это вот все почистить мне. Ну и вот обрезала гибискус садовый сейчас. Вот, чтобы он здесь распустился. Это молодой. В прошлом году подсаживала. Вырос из дички. Вот она, дичка. Видите, гибискус. Вот эти тоже хочу пересаживать отсюда 2. А потому что здесь лилейники и папоротники. Но папоротники уже упали. А вот здесь у меня целая... Вот тоже подстригла. Вчера по дождю прям вот... чтобы они загустились. Они вымахали, были длинные, их не подрезал никто. В прошлом году я кардинально, в этом году чуть-чуть. Вот эти вот дички я подрезала в прошлом году, и они уже в этом году хорошо цвели. Уже цвели. И сейчас я еще разок подрезала. Вот, немножко тут их вот лежат. Вот. Вот так. Оникс, что, с лужи вкуснее, да? Лужи вкуснее. Да, воды мы ему как будто не даем. Ну, вот так, ребят. Ну, собственно, вот 2 кустика тиса ягодного. Очень мне они нравятся. Такие темно-зеленые. Ну, и знаете как, на некоторых бывают ягоды. Он ягодный, как девочка и мальчик, я так понимаю. На некоторых ягодки есть, на некоторых нет. Вот на этих ягодок почему-то нет. Мы сразу купили без ягодок. А других 2, они были с ягодками. Все, ребят, на этом все. Вся моя информация по тису ягодному. На зиму не укрываем, особо ничем не удобряем. Влажности ему хватает. Если, конечно, где-то в южных местах, то ему нужно побольше водички. Все, ребят, пока-пока.